динозавриков, да. наверное, чуть-чуть, да, и показать свои любимые игрушки. А у нас очень много фильмов, которые выпускают динозавров. А, конечно, самые реалистичные, самые классные, любимые. Это Юрасик. Да, это Маттель выпускает Юрасик. Они там много-много у тебя динозавров. А это? Это Гуджицу. Гуджицу. Раньше был Тирекс. Угу. Он классно жмякается. Тянется. Тянется. Угу. О, какой. Грозные с ними, да, классно играть. Мне они тоже нравятся. О, там есть какие-то такие пупырки классные. Зубы. А, это зубы, да. Врагов, которые он съел. Также мы собирали такие скелеты, да, с тобой? Велоцираптор. Конструктор нашли, да, это велоцираптор. Угу. Почему ты понял, что это он? По пальцу. По пальцу. Еще вот... Мезозавр. Да, вот такая Мезозавр. Фирма, они тоже делают очень реалистичные игрушки. Это не Маттель. Это не Маттель. Просто они не, так, ну, не шевелящиеся, да. Как бы очень такие тяжеленькие. У него только рот шевелится. Нет чипов. Ну, какая-то часть бывает, да, шевелится. Но сегодня, конечно, мы приобрели очень большое количество, как их называют, цеплялки? Да, зубастиков. Например, у нас есть кто такой? Птеродактиль. Птеродактиль. На английском кажется птеродон или это другой. Да, он классно, зубастик, цеплялка такой, цепляется. Эй, я полетел. Следующий у нас кто, Стас? Блю. Кстати, это он. Да, это его скелет. И он... Быстро бегает. Угу. Цепляй мне его. Держи. Велоцираптор. Привет. Так. Это следующая игрушка у нас. Дилофазавр. Дилофазавр. В общем, если кто-то знает его название, то напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мы каждый раз забываем. Дилофазавр, неважно. Но он тоже умеет цепляться. У них есть тут такие штучки сзади. Нажимаешь, она открывает рот и цепляется. Кстати, в реальной жизни у него не было такого плаща, и он не стрелялся ядом. Не стрелялся? Да. Откуда информация, что он стрелялся? Не стрелялся. А с чего ты взял, что он вообще стреляется? Потому что в играх многих он стреляется, и в фильме. А, на самом деле не стрелялся, да? Да, и плаща вот такого не было. Интересно. В общем, мы очень хотим узнать название вот этого динозаврика правильно. Это дилофазавр. Во, молодец. Ну, если это так, то напишите, так, не так. Следующий у нас красавчик. Индоминус. Да, такой. Ам. И он тоже может прицепиться. Смотрите, как они классные тут. Это типа Тирекс. Да. Ну, каково мы посмотрим следующего? Это нам сегодня такие классные пришли игрушки. И мы их решили показать. Стас давно хотел зубастиков. Ну, кого он, Стас, следующего? И это стегозавр. Стегозавр? Да. О, какой у него носик. Да? Ну-ка, давай на мизинчик. Вот у нас теперь есть 5 штучки. Ну что, пора подставлять вторую руку. Там же есть еще у нас ребята. Ай, вы что ко мне прицепились, малыши? И хорошо сидят, плотненько. А это у нас кто? Велоцираптор Блю должен. Только еще один, да? Только у него зубы. Да, у этого зубки видны. Это, мне кажется, этот у нас Маттель тоже. А вот кто он? Вот это другие игрушки. Не, у него лапок нет. Следующий будет у нас этот. У кого лапок нет? Вот. Вот. Это кто? Спинозавр. Спинозавр. У него больше зубов, чем у Тирекса. Цепляй. У спинозавра больше? Да. И у него есть такой? Плащ. Он, наверное, отпугивает. Да, у него сверху такой на спине нарост. Угу. Давай, еще последний у нас есть? Это... Индораптор. Он может победить Индоминуса. И он должен... Меня? Позвольте, вы точно в этом уверены? Да. Ну, потом посмотрим. И он быстро бегает тоже. Да. Вот. Каких у нас сегодня много красавчиков. Ну-ка. А теперь посмотрим, кто самый крепкий.
Так, кто у нас остался? Велоцираптор Блю, они выиграли. И стегозавр. Стегозавр мне вообще сейчас мизинец откусит, снимай его скорее. О, ничего себе, зубками он очень хорошо. А, вцепился. И вот этот, кстати, тоже держался очень сильно. Да, если долго держать, оставляет, конечно. Вообще, что следы. Что мы хотим сказать? Нам эти игрушки тоже понравились. Это такие малыши. У нас есть большие динозавров, очень много. Мы в следующий раз снимем обзор с большими. А и вот Урасик. Этих, да. А вот этих малышей мы рекомендуем к покупке. С ними здорово играть. Они очень красивенькие. Приятно их трогать. Они могут кусаться и делать злобные мордочки. А тебе, Стас, какой больше нравится? Мне почему-то Индоминус. Я вообще очень люблю этих динозавров. Красавчик. Хотя они вот все. Мне нравится вот этот еще динозавр. К сожалению, не знаю его название. Да, я тоже. Ты тоже не знаешь? Ребят, если вы знаете, то напишите. Мое имя. Нет, не имя. Название. Породу. Или как это говорят. Ну, в общем, название. Я хочу знать, кто я. Так. Вот такой у нас блюшечка. И такой велоцираптор блю. Это у нас спинозавр. Кусачечка. И, конечно, да, птеродактиль или птеродонт. Ой, он даже летать умеет. Мне тоже нравится, он шевелит крылышками. Тик-тик. Может шевелить. Красавчики. Ну ладно, всем пока, я полетел.